Внимание и забота нужны любому ребенку. В Самарском дворце ветеранов устроили праздник ко Дню защиты детей. Мероприятие подготовила Самарская организация общества инвалидов. Пригласили не только ребят с особенностями здоровья, но и детей из многодетных семей и семей участников СВО. На концерт пришли более 50 человек. Все дети – это дети. И не надо говорить о том, что они там с заболеваниями, что у них есть какие-то проблемы. Они все хотят улыбаться, хотят получать подарки, хотят получать именно общение. Поэтому мы не говорим о том, какие дети сидят в зале. Мы говорим о том, что они просто дети. На входе организовали танцевальные флешмобы и веселые старты. Поддержку оказала городская общественная палата. У ребенка должно быть счастливое детство. Это обязательно. В ответе за это, конечно, в первую очередь родители, но и все мы, которые окружаем этих детей. Ребенок должен находиться под защитой каждый день. Каждый час под защитой своих родителей, под защитой своих педагогов, родных, близких. И нам хочется пожелать, чтобы, конечно, они занимались физической культурой и спортом. Именно в этой двигательной активности они себя будут чувствовать счастливыми. На сцене Дворца ветеранов для гостей организовали концерт. С песнями выступил детский музыкальный театр «Задумка». В конце мероприятия каждому ребенку вручили сладкий подарок. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События.